Привет! Давно на нашем канале не было видео о стабилизаторах для смартфонов, а я ведь знаю, как вы их любите. И к тому же я уверен, что некоторые люди посмотрели обзоры всех этих девайсов и все еще не знают, какой себе именно стабилизатор выбрать. Ведь у каждого из них есть своя особенная фишка, и определиться бывает сложно. Поэтому сегодня мы сравним 4 самых популярных модели стабилизаторов для смартфонов, а именно Zhiyun Smooth 4, DJI Osmo Mobile 2, Fintech Wimble 2 и Mozu Mini Mi. Выставим им баллы и поможем определиться вам с выбором. Я выделил несколько критериев для сравнения, а именно комплектация, какие-то функции, особые фишки, качество стабилизации и цена. Я постараюсь быть максимально объективным и хладнокровным, но сразу скажу, что это будет очень субъективное сравнение, потому что некоторые функции и возможности этих стабилизаторов, которые нравятся мне, могут совсем не прийтись к вам по душе или даже наоборот. И к тому же я буду судить по своему опыту использования этих стабов, а у вас он может быть абсолютно другим. Конечно же, обзоры всех этих стабилизаторов есть уже на нашем канале, ссылки на них я оставлю в описании. Кому интересно, переходите и смотрите. Итак, переходим к сравнению. Первый критерий — это комплектация. Тут явно есть два лидера и два аутсайдера, по моему мнению. Потому что два стаба поставляются в жестких ударопрочных кейсах, это Fintech Wimble 2 и Mozu Mini Mi, а остальные в два пенопластовых боксах, которые даже кейсами назвать нельзя. Но даже среди лидеров сильно выделяется Wimble 2, потому что у него прям царская комплектация, как говорится, по-богатому. Во-первых, сам кейс очень компактный. У него есть ручка для удобной переноски, внутри есть кармашек, куда можно сложить карты памяти, дополнительные линзы или еще какие-то аксессуары для съемки. А еще вместе со стабом в комплекте идет тренога. Хоть и не самая качественная, но все же она есть. Шнурок на руку, кабель зарядки и три разных кабеля для подключения к разным смартфонам. Больше ни один из представленных девайсов не может предложить такую комплектацию. Так что в Wimble 2 я отдаю целых 2 балла за хорошую комплектацию, 1 балл получает Mozu Mini Mi. Все-таки у нее кейс очень большой, без ручки, и комплектация состоит только из треноги и шнурка microUSB. Еще 1 балл я отдам Zhiyun Smooth 4, хоть у него кейс и дерьмо, но все же в комплекте есть крутая тренога и кабель USB Type-C. Ну и Osmo Mobile 2 не получает ничего, тут и комментарии не нужны. Функциональность. Здесь у каждого стабилизатора есть свои фишки, свои достоинства и недостатки. Начнем с самого функционального, на мой взгляд, стабилизатора, это Zhiyun Smooth 4. Как я говорил в его обзоре, это просто идеальный вариант для профессиональной съемки видео на смартфон. Ну, насколько она вообще может быть профессиональной. На него действительно очень удобно снимать, потому что сзади есть две кнопки, которые активируют слежение по всем осям и быстрое срабатывание моторов. Я уже говорил, что это очень полезно, когда вы снимаете в режиме полной блокировки осей и хотите довернуть камеру в какую-то сторону. То вам не нужно клацать и переключать режимы, просто зажали кнопку и повернули. У этого стаба есть вот такое большое кольцо, которое отвечает за фокусировку или за зумирование. Не знаю, для чего это, конечно, нужно, потому что управлять фокусом на смартфоне по сути и не нужно, потому что глубина резкости не такая уж и маленькая, почти все в резкости. А электронный зум сильно портит качество картинки, но если такую функцию добавили разработчики, значит пользователи найдут, как ее применять. На корпусе есть кнопка под каждую функцию, что ускоряет и упрощает съемку. Мне очень нравится, что здесь есть блокиратор одной из осей. Это упростит транспортировку и не даст случайно ударить ваш смартфон или сам стабилизатор. Конечно же, не стоит забывать о возможности изменять положение смартфона вручную. К слову, эта возможность есть во всех стабах, но просто работает в разных режимах. Особенностью Mozu Mini Mi является беспроводная зарядка. Если ваш смартфон ее поддерживает, то это продлит время для съемки и провода вам мешать не будут. Но если у вас на телефоне нет такой функции, то можно подключить по шнурку и заряжать так. Эта возможность тоже есть во всех гимбалах. В Mini Mi мне нравится, что ось панорамирования не имеет блокировки и крутится на все 360 градусов. Другие стабы так не умеют. Это позволит вам снять какие-то необычные планы с круговым видео. А с другой стороны, вот эта вот ось упирается в корпус стабилизатора, даже если ее полностью сложить. И это, по моему мнению, минус, потому что переносить стабилизатор приходится вот в таком вот положении. Fintech Wimble 2 имеет встроенную селфи-палку. Это тоже может расширить возможности для съемки. Также на корпусе есть курок для блокировки осей и трансфокатор для зумирования. В DJI Osmo Mobile 2 нет никаких особых конструктивных фишек. Здесь только трансфокатор для зума на корпусе и все. Но у него есть очень крутое приложение. Да, я сразу его не распробовал, но оно позволяет снимать обычные таймлэпсы, таймлэпсы с проводками по заданным точкам и даже гиперлэпсы в движении.
приложений. И это все в разрешении 4К. Это очень круто, тем более в нем есть возможность трекинга объектов при съемке, и самое главное, что эта функция работает адекватно. В других стабах она тоже есть, но нормально работает только у DJI и Juion. У остальных лучше даже и не пробовать. И в целом приложение у DJI очень стабильно и адекватно работает на Android. У остальных приложений просто сущий ад, ими пользоваться невозможно. Постоянно подтупливает, функции не работают. А у Wimble 2 вообще черный экран, и снять вообще ничего невозможно. К сожалению, на iOS устройствах не удалось протестить все приложения для смартфонов. Но по опыту и по предыдущим тестам скажу, что работают они намного стабильнее. Так что владельцам iPhone повезло намного больше. Исходя из всего вышесказанного, я дам Smooth 4 3 балла, Mini 2 балла, Wimble 2 1 балл, и Osmo Mobile тоже получит 1 балл. Качество стабилизации — это самый главный критерий, по которому нужно выбирать стабилизатор, как по мне. Я даю возможность вам самим оценить его. Эти примеры сняты на Google Pixel 2 XL в разрешении 4К и с выключенной стабилизацией. По моим личным ощущениям, хуже всего стабилизирует картинку Wimble 2. Потом идет Mozo Mini Mi, а DJI Osmo и Juion Smooth находятся примерно на одном уровне. Значит, Wimble 2 получает 1 балл, Mozo Mini Mi 2 балла, и DJI с Juion получают по 3 балла за качество стабилизации. Стоимость этих девайсов выглядит следующим образом. Mozo Mini Mi самый доступный, стоит около $110. Затем идет FiunTech Wimble 2 за 120, потом Juion Smooth 4 150 и самый дорогой DJI Osmo Mobile 2 с ценником около $175. Все эти стабилизаторы вы можете купить в интернет-магазине motostav.com.ua, конечно же, ссылки будут в описании. Соответствующим образом и выставляем баллы. Самому дешевому 4 балла, а самому дорогому 1. И если посмотреть на результаты, которые у нас получились, то они следующие. DJI Osmo Mobile 2 получает 5 баллов, FiunTech Wimble 2 7 баллов, Mozo Mini Mi и Juion Smooth 4 по 9 баллов. В целом я согласен с такими результатами, но не до конца, и сейчас объясню почему. По получившимся баллам первое место разделили между собой Juion Smooth 4 и Mozo Mini Mi, и я с этим согласен. Juion Smooth 4 отличное устройство и точно стоит своих денег. Если вам нужно максимум функций и возможностей для съемки, это ваш выбор. Если бы я себе выбирал стабилизатор для смартфона, я бы взял именно его. Mozo Mini Mi — это вообще самый сбалансированный продукт. Как звучит вообще, да, сбалансированный стабилизатор. Он стоит дешевле других и при этом предлагает беспроводную зарядку, неплохую комплектацию и хорошее качество стабилизации видео. А вот дальше я не согласен с результатами, потому что Osmo Mobile 2 получился на последнем месте. Да, он самый дорогой из представленных гимбалов. Да, у него не очень крутая комплектация, но он хорошо стабит видео, и у него есть крутое приложение с кучей возможностей, и самое главное, что оно адекватно работает на Android. Этим не может похвастаться ни один из представленных девайсов, так что его бы я тоже рекомендовал для покупки. Ну и остался FiunTech Wimble 2. Он мне понравился меньше всего, по большей мере из-за не лучшего качества стабилизации. Я бы советовал его только в случае, если вам ну очень прям нужна селфи-палка. Вот такое сравнение у нас получилось. Пишите в комментариях, какой бы из этих стабилизаторов вы бы купили себе или может уже приобрели. Ставьте лайки, подписка и до встречи в новых видео. Пока, друзья!